Ребят, всем салют! Я сегодня хочу оставить непосредственно отзывы о прохождении курса «Максимум продаж» и также о моем коуче и, можно сказать, менторе Андрее Балане. Но он не только мой ментор, он ментор вообще всего нашего потока, который проходил это обучение. Что я могу сказать? За его деятельностью я начал наблюдать еще, когда у него в Инстаграме была, наверное, только 1000 подписчиков. И мне понравился его аккаунт, я тогда подписался и смотрел постоянно его сторис, его посты, вот эти вот мотивационного характера видео. Меня этот человек вдохновлял. Ну, поначалу, когда было такое недоверие, я не сильно решался на вот эти вот курсы, как-то вот эти вот онлайн, вот эта тема. И в конечном итоге, когда уже человек начал продавать франшизы, когда вот меня очень сильно заинтересовала тема товарного бизнеса в Украине, тогда я уже понял, что надо действовать. Если я не буду действовать сейчас, то потом я не смогу запрыгнуть в уходящий поезд. Таким образом, я списался с ним непосредственно о франшизе. И во франшизу там была такая суть, что товарный бизнес под ключ – с гарантией, с каких-то заказов, там, 30 или 40, я не помню, как было на тот момент, заказов в день. И я говорю: Андрей, а если я у тебя куплю сейчас франшизу и обучение на четвертый поток, ты мне, типа, сможешь какую-то сделать скидку, да, вот в таком плане? Человек на меня так посмотрел и сказал: Макс, типа, она тебе не нужна, эта франшиза. А, извините меня, франшиза стоила во много раз дороже, чем этот курс. Он говорит: ты, пройдя курс, можешь то же самое сделать сам. И мне это очень сильно понравилось, потому что другой бы предприниматель сказал бы: дружок, браташка, братишка, или как там говорят в Одессе, я не знаю, и возьми у меня и то, и то. Нет, он мне объяснил все досконально, мы с ним встретились в Одессе, я привез ему денежку, мы посидели, поболтали. Он спросил, чем я хочу заниматься, какие у меня есть планы, и дал непосредственно советы, что мне надо сделать до начала курса. Ну, конечно, я прохалявил, да, как думаю, я все успею. На самом деле начался курс, первое занятие вообще отбомбили огонь, такая прям мотивация, а потом, ребят, начался темный лес для меня. Я вообще не понял, куда я попал. Я понимаю, что я очень сильно не успеваю. И параллельно веду свои дела, которые были не в Украине, и разрываюсь между тут и там. Я понял, что что-то я не умею или что-то я недопонимаю. И посмотрев на чат, насколько ребята бомбят, я начинал сразу же спрашивать, что не так у меня, что я там не понял. И многие люди давали советы. Давал непосредственно советы Андрей, его помощник, и так же самое все наши ребята, которые принимали участие. И таким образом, я, честно сказать, за неделю, вообще не понимая и никогда не делая этого всего, я открывал методичку и делал все, как там написано. Первый пункт, второй пункт и так далее, да. Ну, не то, что там написано, это было как видеометодичка, да, там я просматривал. Останавливал, на одном компьютере смотрел, на другом делал и запускал. Я вообще не понимал, думаю, я, блин, запускаю, что с этого будет. И когда уже я это все запустил, то я вначале не ожидал. У меня вечная ниша, и люди как-то не сильно любят оставлять заявки, ну, мало ли какой-то лохотрон, непосредственно начали звонить, были, конечно, пару заявок, заявки были вообще дешевые, но люди начали звонить, и я понимал, что все работает. И сейчас я, помимо вечной темы, начал сейчас разбирать Facebook, Instagram, и хочу попробовать уже непосредственно товарный бизнес. Вот в данный момент я занимаюсь вечной нишей, и это ниша ремонтов, потому что столкнулся с таким траблом, не живя в Украине, я делал ремонт, и меня неоднократно кидали, неоднократно были какие-то разборки, неоднократно я приезжал, и был ужас. Поэтому я решил найти специалистов и открыть хорошую фирму, где я буду это все смотреть и следить. Поэтому моя вечная ниша
в которую я попытался вложить деньги и пройти обучение, это тема ремонтов. Если кому-то будет интересно, если кому-то будет интересно запартнериться или как-то, может быть, создать огромную фирму по регионам, обращайтесь. Ссылочку мы оставим на мой инстаграм обязательно под этим видео. И вы можете меня найти в инстаграме, написать, спросить любые вопросы, я вам отвечу полностью за курс. Если у вас в дальнейшем даже будут при прохождении курса какие-то там непонятности, то тоже можете обращаться, я подскажу, потому что сам был в таких же самых ситуациях. Сейчас хочу, как я и сказал, заняться товарным бизнесом непосредственно. Я был на 7-м километре. Давайте так коротко и ясно. Это капец. Приехав на 7-м километре, я просто не ожидал такого увидеть. Видел какие-то манекены, ноги, везде все разброшено, вот этот ужас. Вот эти вот всякие куча иностранцев, все это я не понимал, что делать, честно. Я думал, куда я попал. И Андрей, у него были поставщики определенные, да, с которыми он работает, с которыми он ведет дела и предоставил нам контакты. То это уже было приятно, когда ты можешь прийти и непосредственно пообщаться с человеком. А те, кто не с Одессы, это просто я поехал, мне было интересно вот эту всю штуку посмотреть вживую, потому что я вначале не сильно верил, да, именно по товарке, касательно, что там вот поставщики какие-то, что там какая-то ерунда. Но я все увидел, со всеми пообщался, очень круто, хорошие цены, все они отличаются. И даже если по всему 7-му я проходился и смотрел, то там цены у других людей намного выше, чем у поставщиков Андрея. Что я могу еще добавить? Ребята, вам даже будет не обязательно, если вы находитесь где-то в Одессе, или вам надо будет ехать в Одессу, если вы хотите заниматься товарным бизнесом, вам достаточно просто иметь контакты, иметь телефон и уметь грамотно все настраивать и доносить это до своего потребителя. И вам в этом поможет непосредственно что? Курс «Максимум продаж» от Андрея Балана. Я вам советую, и самое главное, ребята, не гонитесь за тем, что вы получите какой-то сертификат и будете потом хвастаться. Вот я прошел. Всегда помните, что ваши знания – это ваша сила. Именно знания, а не какая-то бумажка. Потому что я могу так сказать, закончив институт, я учился там на экономику, у нас был и маркетинг, и всякая там лабута похожего характера. И честно вам сказать, этот диплом – можно колбаску на нем просто нарезать, да? А вот те знания непосредственно, что дает Андрей, они непосредственно дают денежку, на которую вы купите эту колбаску и будете нарезать. Так что, ребята, дерзайте, вы сделаете правильный выбор, если вы пойдете на курс от Андрея Балана. И если что, ссылочка на мой инстаграм под видео, пишите, спрашивайте, подписывайтесь. Я непосредственно хочу выложить потом уже с какими-то доказательствами видео через полгода, да, вот я сейчас хочу стартануть в товарном бизнесе, и как раз увидите мои дальше результаты по поводу ремонта. А, кстати, я забыл сказать, у меня было пару звонков, и мы подписали 2 договора. Честно вам сказать, я курс уже отбил. Все, я уже в плюсе, ребята, поэтому советую вам. И сейчас эти деньги, которые я уже заработал сверху, я буду непосредственно тестировать на товарном бизнесе. Поэтому через полгода я надеюсь, что я запишу свой результат. Я вам выложу прям все скрины, все как это, как его, как у меня пошло, по каким товарам. Я думаю, мы с Андреем это сделаем. И уже пообщаемся не вот так вот, что я оставляю личного, а пообщаемся с ним вместе по видеосвязи, и вы это увидите. Так что спасибо всем огромное за внимание. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Андрея и принимайте участие в его коучинге.